Всем привет! Сегодня я буду реагировать на капитана Петьку, который забухал с тремя смурфиками. Привет, ребятки! Сегодня самый настоящий уже борьба с коронавирусом. Значит, смотрите, в этой бутылочке пепсиколы. А что в пепсиколе? Самодельное спиртное. Самодельное спиртное. Я буду сегодня не лечиться. Вот этим хочет лечиться. Да. Я всем наливаю, у меня очень легкая рука. Ну, теперь вы наконец увидите, как капитан пьет самогончик подкрашенный. Самогон, что ли? Да. Значит, перед этим надо что-то жирненькое захавать, разжевать. Чтобы порция, видите? На случай коронавируса сало вот я нарезал. А кто такое сало? Это мясо такое, только белое. Короче, его я заморозить. Ну, если не будет. Кетчупом хорошо сало идет. Кетчуп вкусный? Да. Желудок. Перед тем, как пить спиртное, все крепкие спиртное. Тоже такое хапану. Ладно, ребята, за ваше здоровье. Нужно говорить за мое здоровье, когда начинаешь пить пиво. Это не пиво. Ну, может быть, это пиво. Зачем капитану бухать? После, как выпьете спиртное, никогда не запивайте, не заедайте. Его надо занюхать. Вот чем-нибудь занюхать. Что надо? Занюхать. Организма, когда ты снижаешь. Надо обязательно занюхать. Занюхать это полезно. И нюхать, и вставлять. Да. Вообще ненормально. Женскую прокладку вставлять в этот... Блин, почему зависло? Плохой интернет.